период распространения коронавирусной инфекции многие жители Тверской области стремятся не покидать свои дома без особой нужды, максимально ограничив социальные контакты. На помощь горожанам, остающимся на самоизоляции, приходит интернет, где они совершают покупки и заказывают самые разные услуги. Упростить и даже скрасить жизнь в четырех стенах помогает Сбербанк. Финансовая организация предлагает широкий перечень дистанционных сервисов – от оплаты услуг ЖКХ до просмотра лучших мировых спектаклей. Пенсионерка Людмила Павловна по настоянию детей свою квартиру без особой необходимости старается не покидать. В период пандемии коронавируса люди ее возраста, как известно, особенно уязвимы к инфекции. Раз или два в день женщина выходит на улицу вынести мусор или купить продовольствие. А что такое поход в жилконтору для оплаты услуг ЖКХ, пенсионерка и вовсе забыла. Денежные операции она давно совершает через Сбербанк онлайн. Не надо никуда выходить, не заполнять квитанции, не ошибешься с реквизитами, не переплатишь лишнего. За сутки до очередного автоплатежа банк предупреждает и присылает сообщение с суммой комиссии. Указан также код на случай, если вы захотите отменить платеж. Чтобы подключить эту услугу в мобильном приложении, необходимо во вкладке «Платежи» выбрать опцию «Автоплатежи», указать поставщика услуги и параметры подключения. Еще один способ дистанционной оплаты квитанции – отсканировать QR-код. Они есть на многих платежках. Все реквизиты заполняются сами, остается только подтвердить операцию. Также оплату услуг ЖКХ можно произвести через личный кабинет на сайте Сбербанка в разделе «Платежи и переводы». Сбербанк рекомендует своим клиентам в настоящее время заботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и близких и проводить всевозможные операции в удаленном режиме. Доступны дистанционные сервисы Сбербанка, где можно получить доступ практически ко всем услугам нашего банка. Оплатить коммунальные платежи, заплатить за услуги образования, оплатить мобильную связь, интернет. Пользуйтесь нашими сервисами, это удобно и, наверное, сейчас самый безопасный способ совершить оплаты. Кроме того, Сбербанк предлагает своим клиентам ряд небанковских сервисов. Один из них – Сбермаркет. С его помощью можно заказать доставку продуктов из магазина «Метро». Курьер оставит пакеты с продуктами у двери, позвонит и сообщит об этом. Оплата заказа произойдет картой онлайн, в приложении или на сайте сервиса. Любителям искусства Сбербанк предлагает провести вечер за просмотром лучших мировых спектаклей. Они доступны в мультимедийном сервисе «Окко». На одном ресурсе собраны не только спектакли и концерты, но и виртуальные экскурсии. А для тех, кто хочет оставаться в хорошей спортивной форме, подготовлена коллекция «Фитнес против вируса». Каждый сможет найти здесь занятия по душе, будь то йога или кроссфит.